What I'm saying is very egoistic. Вы сказали, что он эгоист. Love is in a certain way an egoistic thing. Любовь в определенном смысле действительно эгоистичное чувство. It's something in your mind. Это то, что рождается в твоей голове. And you are thinking on the other person. И ты думаешь о другом человеке. And when you are not seeing him. И когда не видишь этого человека. You start to be bigger and bigger. Вот это чувство все больше и больше растет в голове. And when you have each other. И когда вы встречаетесь, making a child or something, например, когда вы встречаетесь, years, когда у вас, например, рождается ребенок, здесь любовь кончается. The desire in the love is the most important thing. Потому что страсть, желание в любви, это очень важное. Именно страсть, именно желание. My personal view is the, по моему личному мнению, the highest thing what you can reach in life. Самое высокое, чего можно достичь в жизни, the real friendship. Это настоящая дружба. When you are giving your partner, or you are falling in love, and you want to give, you когда give ты, something to the, yeah, to the other. Когда ты влюбляешься и хочешь подарить что-то своему. It's very important that the other person know that it's from you. Очень важно, чтобы этот возлюбленный знал, что это подарок от тебя. Otherwise it doesn't work. Иначе этот подарок не будет иметь никакого значения. А в дружбе you can give something without that he is knowing that it's from you. Можно что-то подарить, и этот человек не будет знать, что этот подарок от тебя. I love my wife very much. Я очень люблю свою жену. I'm married for 30 years. Мы с ней в браке 30 лет. We have a beautiful love period. У нас был очень красивый период любви. And then we are starting to keep each other, the children and everything. Потом пошли дети и прочее. And finally we start to be friends. И потом наша любовь переросла в дружбу. And I believe me. И поверьте мне. Friendship is. Дружба. It's the best thing. Самое лучшее чувство, которое вы можете себе представить. The real friendship. Это самая настоящая дружба. Friends are you. That you're never alone. И если у тебя есть друг, то ты никогда не почувствуешь одиночество. You can call it love. Можете назвать это любовью. But I think that the friendship is more honest. Но я думаю, дружба, слово дружба будет здесь более честным. It's not the truth what I'm saying. Это не какая-то прописная истина. Everybody has his own truth. У каждого своя истина. But that's my opinion. Но это мое личное мнение.